Итак, всем привет. С вами Евгений Иванов. С вами развлекательная передача «Мы отдубасим любого ютубера». Попробуем это сделать нашей с вами командой. Ну, это, опять же, тот самый режим, где я составляю разные команды против разных ютуберов и играю в одновременное управление. Кого-то я запоминаю, как зовут, кого-то вот сейчас закрыл Яндекс и уже забыл, как человека зовут. Ну, там будет написано в самом видео. Человек не обидится, я думаю, который меня все равно не будет смотреть. Играем мы без тренера. Да, что-то давненько у нас по страйкерсу ничего не было. Без повторов игроков. Ну, попробуем. Моя команда слева. Команда не моя справа. Так, есть у нас все настройки. Ну и поехали. Из хорошеньких матчей, может быть, и ГМВ выйдет. Тогда, к сожалению, мне придется еще свою команду называть. Ну, я обычно не помню, как там писал. Вроде там Евгений Иванов против там кого-то там. Этот режим. В этот режим я давно не играл. Так что точно не вспомню. И черт меня потянул наверх бежать. Кстати, у этого человека, в общем-то, команда была на фото, причем не формирование, ничего, просто где игра, это видео с техниками было там. Может, его команда, может, нет. Может, не его. На первый гол мы забили. Да, тут голы без техник, я не помню, разрешал или нет, но... Ну, теперь они точно есть. Управление сбилось, сейчас пофиксим. А то у меня вперед, это назад. Так. Только начали играть, уже проблемы с управлением. Да. Вот что давно в Strikers не играл. Так, продолжаем. В кои-то века, кстати, у моего хакера стоит драконий залп. Причем не только на доспехах. Так, где-то там еще Тенма бегал, по-моему. Вот, он родненький. Уже не будет бегать, да. Попался. Как намекал, накопил энергию быстрее Тенмы, это загадка для всего человечества. Но Тенма этого не простит, разумеется. Никогда. Тенма обид, сами знаете, не прощает. Вот только плюнешь ему в лицо, он скажет: ах ты, дай, чтоб я с тобой матч сыграл. И пока не выиграю, не успокоюсь. Офигеть. Второй гол без техник. Там понты, Миксимакс. И такой, ну нафиг, я просто без техник буду забивать. У меня на вас Синаба еще имеется, да. Много кого у меня на вас имеется. Вот Альфа по приколу побежал. Тут топ уже готов. Подкаты всякие. Правда, я Инабой защиту не нажал. Надеюсь, я об этом не пожалею. Потому что нужно быстро нажать защиту. Инабой и побежать. А, уже поздно. Он уже далеко был. Не надо было товчиком напирать. Ну, может, со мной за такое расстояние? Нет, увы. Я-то Чемука не стал ставить. Дело в том, что для равных условий нужен был один вратарь. Так что я тут Хисацу с Алиэкспресса по дешевке взял. Может, мне не стоило идти гаммой сразу тоже поделать миксимаксы какие-нибудь. Ладно, придется отсюда бить. За нарк пройти не даст.
А в принципе, зачем я спешил? У меня уже были голы. Не, ну из этого ГМВ матч никак не сварганить. Потому что голы без техник в самом начале, это не то, что я хочу. Но ладно, я просто разрешаю голы без техник в этом режиме. Все. Для себя. Чтобы хоть как-то себя побаловать, чтобы не все время был один напряг. Но фейв все равно остановит бет, но чисто по приколу. Почему бы не нажать на кнопочку? И почему бы чисто по приколу не сделать микси-макс? Еще один. Да и кто-то много. Почти вся братва в сборе. Сейчас и Кинака сделает микси-макс, я думаю. Потому что тут рядом никого из особо хорошо бьющих нету у меня под рукой. Гамма свой шанс профукал. Сейчас бы пас на Хакурю. Я думаю, у Хакурю энергия есть. А у Занарка есть энергия остановить бету. Блин, а тут Занарк будет за нами всю вечность гоняться. Еще и вместе с Тайером. Ну, конечно, остановит. Что поделать. Давайте и набой толкнем. А, тут Кинака прибежал. А я хотел и набой толкнуть. Думал, что он ближе, чем Кинака. Что-то не учел этого, но потратим Максимак стая немного. Пусть парень разогреется. Настолько сильно, что начнет электрический ток через себя пропускать. А вот мне, кстати, дали и набу. Но Тая добежит быстрее. Ничего, ничего. У меня там Кирина есть, Фэй неподалеку, до которого не доходит немного. Теперь я Кирина не успею прибежать куда надо, да? А Фэй-то успеет воздушную пулю хотя бы применить? Успеет. Отлично. Меньше заморочек. А Миксимакс уже и закончился. Гляди-ка. Вот Таю закончился Миксимакс, да. Так, у нас есть Инаба для счета Чейна. Ох, ё, напирает. Напирает, хлопчики. Кинака, сделай счета Чейн тогда, наверное. Поблизости никого нету. А, понял. Я ничего не нажимал. Как это нажалось? Как это случилось? Кто мне объяснит? Не-не-не. Да-да-да. Вот этого вот паренька мне не надо у ворот. Пожалуйста, сделайте Миксимакс, кто рядом. А, она мне не нужен, Миксимакс, я вас понял. У нас есть то. Смотри. Загляделся на Кирина, а тут из-под тишка целый ягуар с копьем на тебя выпрыгивает. Вот из засады. Сразу видно, парень просвещенный в этом деле. И еще Миксимакс. Забрал мяч, штраф, Миксимакс. В России так положено. Ничего не знаю. Все, зашибись. Я бы сказал, но тут еще не все зашибись. Сейчас еще один Миксимакс применим. От радости. На самом деле от безделия. Но что безделие, что... Безделие — это же радость. Вон у Хакуры есть энергия. От безделия. Но там тоже Миксимаксы, по-моему. А, нет. О, тут у Казамару энергия закончилась. Так. Гони доспехи, вот. Вот они. Наши доспехи, уважаемые коллеги. Коллеги, Олеги. Олег, если ты меня смотришь, знаешь, что ты мой коллег. Так, ну это холл. Мы знаем. Первый наш гол с техникой. Наконец-то дождались, да? Когда же Евгений Иванов будет с техниками забивать? Да вот, пожалуйста. Не слишком долго ждали, я думаю. И Наба напорист.
Но Кирина покруче будет. Я еле успел кнопку нажать. Сейчас бы Гамма забрал мяч, если бы я не нажал кнопку. Сейчас главное, чтобы Кирина не ушел за пределы поля по приколу. Не знаю, зачем я там что-то там пытался нажать. Кирина везде успевает, где только можно и где не нужно. О, Намикава теряет мяч. Поздравляю его с этим. Все, минус Максимат Скинака. И Намикава, пожалуйста, не грусти. Сейчас это рыбка будет. Я надеюсь. Давай. О. Давай без рыбки. Давай без рыбки. Я надеюсь, я не получу этот офсайд за прикол. Нет, не получу. Ну, отлично. А чё, кто-то был в защите? Серьезно? В это время? Не верю. А, действительно, кто-то снизу был. Верю. Теперь верю, да. Не знаю, правда, кто. Эх. Далековато делали щиточей. Надо было ближе. Ох, ё! Ну зачем вы так девушку напрягаете, чтобы она так далеко бежала? Это не каменная такта Fire Illusion, где Шинда заставлял Бету марафон бегать по полю. Здесь у нас нет тактических приемов под названием марафон Беты. Ну все, Намикава не в настроении теперь, конечно же. Офигеть, как... Жестоко, ребята, с ним. Ай-яй-яй. И с нами жестоко обошлись. Но что-то они не забивают, в общем-то. Команды, пока тут всякие миксимаксы. Вот у Занарка, по-моему, сейчас и закончится он. Гоэн же думает, нафиг его поставили для цепи ударов, если он вообще ни одного удара не делает. Ну, как ему намекнуть? Тоф прям создан для охоты на Бету. Вы смотрели, какие сейчас у Юкимуры были глаза? У меня такое ощущение, что он не выспался, сейчас упадет. Просто поставьте на паузу, потом пересмотрите этот момент. Глаза Юкимуры в этот момент были просто что-то с чем-то. Ладно, Альфа. Ой, опять не ту кнопку нажал. Хотел что-то умное сделать, а сделал, как всегда. По глупости, да. Чё там, сколько ОН ДТП я не считал, не смотрел. Ну, рано еще пополнять, рано. Я просто от веселья забываю про все эти исполнители, конечно же. Ну, сейчас мы нажмем на кнопочку, все равно. Давай, Цуруги, пока Гуэнджи не обиделся, сделай с ним... Блин! Я даже договорить не успел, все, Гуэджи минусанулся. Чувак, ну вот долю секунды подождать, ты бы обделался, а, скажи мне. Ну, видимо, обделался, потому что знал, что там Кирина стоит в центре. Не стал напрягаться сильно, парень. Быстрее пасуй. Ай. Ну, у нас тут охотник на леди есть один, да? Опять Юкимура какую-то хрень вытворяет. Чувак, если ты не выспался, это не значит, что ты это животом должен на того падать. Я не знаю, что с тобой не так, Юкимура. Блин, он такой псих, что я на... Охренеть, еще и фальшивый Миксимакс. Теперь... Ай-бай. Офсайд? А нет. Офсайда не будет, потому что не настолько близко подошли. Ой-ой-ой. Ну ладно, Аста пойдет бить.
Кстати, он был в защите, где я думал, что вот сейчас будет плохо нам. А нам будет плохо сейчас, потому что за первые 100 лет в истории человечества Аста забьет гол Сугимори, который убегает от него почему-то. Он никогда не видел человека, у которого волосы на швабру похожи, что ли, я не знаю. Он сам ежик. Почему ежик боится швабры? Это как работает? Ёжик боится швабры, а динозавр и Жанна д'Арк не боятся швабры. Почему? Кто знает. Юкимура теперь у ворот. И я не знаю, что с Юкимурой сегодня случилось. Так, давайте пойдем у Фея этот... Нет, блин, Юкимура под руку попался. Вот зараза. А, еще и Цуруги. Подручный, очередной. Ай, блин, подкат фронт. Не, сегодня явно не день Юкимуры. Ну, лето на дворе, конечно, не его день. Что поделать? Вообще, середина лета, чисто по календарю. Конечно, не его день будет. Офигеть, удар. Страшно. Но весело. Ну все, Энда, будешь пополнять ТП. Ты заслужил какое-то века. Свое восполнение по почте получишь. И ой-ой. Что ж, ну... Гоэн же, давай договоримся. Нет, не договоримся, я чувствую. Мы с тобой ни о чем не договоримся. А где Хакурю? А вот Хакурю, блин, кнопку нажал. Ой, на, добью мы. Ну нетушки. Нет. Никто не хочет сделать цепь с Инабой очередную. В этот раз поближе. Я не шучу. Блин, когда я пытаюсь быть серьезным, никто не хочет делать со мной счета чейн. Что ж, в таком случае... Будет это. Но я вообще-то хотел сказать, в таком случае будет гол без техник. Но вдруг откуда ни возьмись. Это у нас, как всегда. Давай, Тов, пойдешь делать нам дриплинг. Потому что нам просто нужно пройти вот этого вредоносного парня. За ним не то, что вредоносный парень, а средство от динозавров настоящее. Да ё-моё. Не, пока он будет бегать, Инаба расстроится. Да что там Инаба расстроится? Фубуки больше, чем Инаба расстроится. Что у него работу забирает. Дальний пас. Вот он, Гуэнджи, который до сих пор не обижен почему-то. Гуэнджи, а скажи мне, нахрена тебе счета чейн? Иди сам бей. Ты парень одинокий. Вот и бей сам. Хоть убейся. Но своего добейся, пожалуйста. А, тут дабл драйв даже стоит. Я не обратил на это внимания. Ну ладно, окей. Из-за фея бьют с такого расстояния. Ну, дураки, что с ней взять, да, Сугимори? А чем мы лучше? Действительно. А ничем. Нет, такой фигней в ГМВ никто не будет заниматься, кроме меня. Поэтому ГМВ не будет. Как я люблю говорить, ГМВ для дураков. Поэтому чаще всего свои пересматриваю. Так, теперь пополняем ТПН. АМВ для образованных, ГМВ для дураков. Поэтому я умный дурак. Да. Первый тайм заканчивается, а у нас все еще веселуха. Нельзя так. Надо на грустной ноте закончить тайм. Ну, Фран пыталась грустную ноту напеть, так сказать. Ну все, не будет грустной ноты, я чувствую. Веселуха в конце, Хакура забивает. А мы забываем, сколько у него ТП, потому что он почти никогда их не тратит.
ибо Сюзанна уже не в моде на его позиции. Ну, Гуэн же, знаете, он как в матче с Ипсилоном там в сторонке сидит, ой, стоит, такой смотрит. Я не вратарь, не мое дело. Я постою, посмотрю, потом на помощь приду. Ну, типичный Гуэн же, сами понимаете. И вообще я обиделся, никто со мной счет очень делать не хочет. Одни цепи ударов. Ой, пфф, никто счет очень на одни цепи ударов. Что я только что сказал? Что с твоей ногой, Гуэнджи? Тебе надо к врачу. У тебя плоскостопие. В армию не берут с таким диагнозом. Бить опять неким. Нет, почему? Есть за нарк. Так тайм почти закончился. Да. Все-таки на грустной ноте закончили. Кинака так подбежала к Инабе. А, что случилось? Меня звали? Нет. Если нет, я побежала дальше. Типа это... Нет, нет, меня не теряйте. Я на месте своем законном. Сейчас Инаба против Цуруги будет. Но они не догадываются, конечно, что можно за нарк использовать. А им хорошо, а нафиг этот занарк мне нужен. Цуруги балдеет вообще, думает, важная персона тут на самом деле. Гоин же куда поважнее. А, уже давно не играл в Страйкерс, уже забываю про все эти элементы, цепи, прочую эту фигню. Да, нету толку от счета чейнов. Будет еще меньше от тебя толку. Вот и приехали. У Фея все еще фальшивые Миксимакс, я про это забываю тоже. Его защитная способность равна нулю. Да я на Фубуке вообще-то хотел дать пас. Вы тут откуда нарисовались, господа нехорошие? О, счет Чейн! Гуэнджи, ты не поверишь, ты дождался. Наконец-то это произойдет в твоей жизни. Блин, что сравняли? У меня тут веселуха, я вообще-то должен всерьез играть. А, какой сравняли? Я забыл, что я пятый гол забыл. Что? Что? Забыл, что пятый гол забыл. Забыл, что я пятый гол забил. Вот, я уже заговариваюсь. Ну и на зума сразу видно для таких идиотов, как я. Маразм крепчал и так далее. Ну. Ну чё, Альфа, потерпишь еще, я думаю. У нас с тобой на двоих признаков интеллекта ноль. Ты же у нас этот, из Эльдорадо. Команда протокола Омега явно по пьяни в Черную Пятницу в Эльдорадо создавали. На нафиг. Скидки на доспехи в Черную Пятницу только в Эльдорадо предлагали. Вот. Счет Цуруги. Теперь грустный. Нету Миксимакса у тебя. Так, теперь Тая пойдет бить. Тая самый грустный человек на планете. Не знаю почему. Просто обычно после единственного применения доспехов он у меня всегда грустит. О, у Кирина энергия вовремя. Тая, погрусти еще, солнышко ты наше. Давай, дождик. Киринач не ушел в сторону. Но повезло, что передумал, да. Что-то я про Сугимори его ТП забываю. Непорядок, непорядок.
Ладно, поставим на лечение эту лампочку. Так, у нас Намикава тут хочет забить. Уже всем по барабану на этого фея все забили. Ох, ни хрена. Какая агрессия. Да нафиг. Офсайд? Нет? Как так? Чё, Аста такой быстрый, что ли? Ай-яй-яй-яй. Ну, уже выбора не было. Аста быстрее моих офсайдов. Ну ладно, тогда Цуруги будет бить. Что еще? Предложить нечего больше. Какой тост? Выпьем за Цуруги. Так. Случайно чуть пас не отдал. Но Фэй ушел с центра. Что еще остается? Так, ведут кто? Очень умно, спасибо. Очень вам благодарен за это. А только парень на доспехе, на как его, ну, там. В смысле, поближе подошел, когда уже нужно биться, ну все. Доли секунд. Вот она, командная охота. Не работа командная, а охота. Так. Так, теперь нас к Фубуке ведут. Но нет, нет, увы. Он не такой опытный охотник, как Тофф. Ну что, пьяный тюлень, давай забивай. Пьяный тюлень, ну а что, подходит. Мне так кажется. Да, пьяный тюлень наш забил гол. Так, значит, Сугимори и Юкимура. Нет, Юкимури это не надо наливать. Вот Сугимори обязательно. Тут у Энда сколько ТП. Ему нальем. В смысле, почти что нальем. Но мороженое летом все равно, что безалкогольный напиток, поэтому. Шо, по счету чейну? Смотри, Инаба, не подведи меня. Сейчас, кстати, у Гуэнжи надо энергию будет пополнять. Блин, все-таки подвел. Сбили его. Поджарили. По самый его этот. Кто там Камаитача? Этот бог природы Камаитача, вроде он, у него называется аватар. Да, поджарили по самый как Камаитачевск. Вот так назовем. Город. Ух, ё. Ой, бай, что вы творите? О, конечно, он уйдет. От этого Камаитачевска. Нет, гамма. Занарк не так просто. О, мадемуазель. Попытается остановить Занарка. Но Занарк не дурак, он ударит раньше, конечно. Не даст Кинако времени на доспехи. Она медленно накапливает энергию. С такого расстояния забить вообще на раз плюнуть. Кинако далеко от ворот, так что она не поможет, и энергии у нее до сих пор нет. Так что, возможно, это будет лом. Да я уверен на все 50%. Да. Мои 50% оправдались. Так, хакер, пойдешь забивать. Так, обходим, обходим. Ну, тут уже Казимару готов, увы. Опа. Опа, Казимару-то не понадобился. Зато наша мадемуазель забирает мяч у Тайозеля.
Только не зелься на нее, та ее зель. Это наш. Притянула к молоденькой, да. А у Тая сейчас есть энергия? Ну, то, что он солнышко, у него электрический заряд всегда, это я знаю. Тая, ты можешь нормально бежать, чтобы на тебя хотя бы пас было удобно отдать, нет? Существование Фея – это вне времени и пространства уже теперь, я так понимаю. Ну чё, а сейчас я-то прав окажу, что сравняю счет, или я опять забыл, что мы забыли гол забыть, как всегда? Нет, в этот раз я ничего не забыл, и нам забывают этот гол. Так, Таю надо поднять мораль. Интересно, Тая любит мороженое или нет? Вопрос на засыпку. Кто-нибудь знает? Прям больше спросить не о чем, вот серьезно. Единственный разумный вопрос. Может, Кинаков в центр защиты тогда поставить, пока у Фея фальшивый Максимакс или нет? Нет, не буду. Забудьте, что Фэй вообще когда-либо существовал. Просто забудьте. Он для Кинака даже больше никто. Они, вон они там рядышком стоят, но никто для нее. Так. Ну что, Казумару, выдохся, я надеюсь. И больше такого не повторится. Нет, потому что повторится у Гуэнджи. А мы еще раз. Опа, хотел сказать, что и Гуэнджи еще раз. Но нет, все. Проход свободен. А нас уже никто тут не остановит. Все. Пора вырывать очко у команды противника. Опять нам до фени сколько у Хакури ТП. Опять удачный гол, да что ж такое. Ну чё, будет что-то чейн? Или товарищ обидчивый Гуэнджи? Давайте узнаем. Я специально не накапливаю ни на что больше, чтоб... потому что если будет... Если Гуэнджи обидку кинет, не так обидно Цуруги самому будет, что типа, о, потратился тут чуть ли не на доспехи, а что я в итоге получил? Прости, Гуэнджи, ты сваливаешь. Как говорится, на обиженных скамью запасных возят, поэтому давай, вали отсюда. И не обижайся, парень. Блин, сейчас такое ощущение было, вот это катсцена, так сказать. Как будто Цуруги хотел забрать мяч у Гуэнджи. Не знаю, может, мне показалось. Охренеть, кого же ставить? Давайте Асту тогда в атаку. Вот я уже мы пополнили. Вообще Фран и Бету убрать куда подальше от греха, как говорится. Цуруги... Нет, ну хорошо, ладно, пускай так будет. Занарк поближе, да. И тут, наверное, кого-нибудь лучше по защите. Шоурина поставить. Давайте Шоурина поставим. Кто-то на улице ржет. Ну, видимо, фанат Шоурина разбирается лучше меня, куда Шоурина ставить. Бета и Фран вообще самые обиженные игроки. Про Тенму вообще молчу, да. Ну, ему хоть дали минутку славы. Чудо-минутку. Ладно. А сколько ТП у Хакури, я так и не посмотрел. Может... Нет.
Он ничего не может, кроме как продолжать в том же духе. Ну все, остановись, селухи, дайте ему цель и любуйтесь, так сказать. Да, его целью станет именно гамма. А может и не только его. Но Асте-то не обязательно защиту щелкать, так сказать. Можно просто к Энду подбежать. В принципе, это уже и не понадобится. Ну-ка, а чисто я просто хочу посмотреть, он сможет это сделать или нет? Потому что тратить лишний раз Энда не хочется, а так прикольно просто за всей этой фигней наблюдать. А чё? Энергии ж до хрена. Прям прёт. А другую технику, возможность появилась показать. Которую вы, конечно же, ни разу в жизни не видели. Я не сомневаюсь в этом. Обидка за обидку, но вообще ты должен был первым Инаба бросить вызов. Я понимаю, что девушкам нужно уступать, но не настолько же. А Тенма не сэкономил ТП из-за неё. Все, теперь Бета не в обидке. Ей наконец-то дают пройти, куда она хочет. Вот куда она хочет, пускай туда и идет. Я уже ставлю доспехи. Раньше все время аватар ставил, аватар. Но знаете, когда дальний удар и элемента тьма, все же, мне кажется, получше будет. Потому что тут с аватаром вблизи надо подойти, чтобы хоть какой-то эффект был против дерева. А с доспехами как-то оно не так критично. Но моя команда, кстати, проигрывает. Даже с двумя голами без техник. Кстати, я уже забыл, что можно без техник забивать. Ну, сейчас командой противника нафига, чем 100 голов. Да? Не, Альфа, иди сам забивай. Я и Наби не доверяю. Он мне больше нравится как защитник. Кого мы в защиту поставили сюда? Шоурин? Ну, правильно. Пускай ничего не делает в защите. А вот Альфе надо пополнять ТП. Но вообще-то хочется воздержаться. Нет, я все же воздержусь. Но уже поздно, я не смогу кнопку нажать. Конечно, если он забьет. Сложный матч, но веселый. Не то, что за Шинкаву. Фигня какая-то каждый раз получается. Что-то бывает интересное. Поначалу. А потом все. Как у всех. Все как всегда. Нет, Тайо. Тоже не твой день. Но у Юкимура хотя бы счастье. Тут вроде и по элементу игрока хорош. Ну, а то как ни крути. Ну, обиженных будет много, я гарантирую. И вообще, что там по Фэю? Он стоит в защите, до него просто, я извиняюсь за выражение, до него просто не доходит. Я имею в виду, что мяч не доходит, потому что я обычно выбор игроков делаю. Такой, кто у меня куда пойдет? Нет, я не в том плане, кого я куда пошлю. А иногда хочется послать кого-нибудь. В атаку, я имею в виду. Да, это тоже далеко, это там же, в принципе, находится. Но все равно. Блин, ну такой шанс был. Уфе. Я наконец этот Максимакс поганый истратить, нет? Опять кто-то все примешь, что-то мне портит. Все, больше нет нужды переключаться на бету. По ногам уж тем более зачем я переключился, я не знаю.
Лучше бы остался Фэй. Честное слово. Честная боярская. Ну вот, больше девчонки не в обиде. Вон, пьяный тюлень готов поработать. Готов побороть свой алкоголизм. Блин, Аста? Я не заметил, что я на Асту переключился. Как же я не заметил? Он же не алкоголик. И уж тем более не тюлень. Он человек-швабра. Швабрамен, швабрамен. Каменная швабра. Швабра, которую сделали в каменном веке. Вот. Опять Юкимура чем-то там занят. Он даже не смотрит на это такое. Не, я не хочу смотреть на то, как я не забил. Пьяные тюлени не смотрят на взрыв, типа того, да. Блин. Ну, походу я проиграл. Моя команда не выиграет этот матч. О, есть шанс забить гол. Зачем Шоурин вышел? Давайте просто накопить на доспехи и ударить. Уже времени нет думать о чем-то другом. Есть еще шанс выиграть у меня, если гамма забьет. А так уже времени не хватит сравнить счет. Если моя команда проиграет, вот которую я сделал, вы сможете сделать свою команду. Но сразу скажу, что вот для честности, повтор игроков команды противника, против кого я играю, запрещен. А вот тех, кого я брал, вы сможете взять. Хотел еще тематическую команду сделать. Я что, дурак, что ли? О. Кто мяч забрал? Тот его и потерял, да. Черт побери, придется еще второй тайм. Мини-тайм играть. Второй тайм, да. Еще раз. Почему бы еще раз не сыграть один и тот же второй тайм? Капец, приехали. Соскучился по... Я понимаю, что соскучился по Инозуми, но не настолько же, чтобы второй тайм играть. Вы чё, ребята? Нет. Опять я какую-то дичь несу. Кто-нибудь ударьте меня по голове потом после этого. Нет, Марусь, тебя я не имел в виду. Иди отсюда. Я хотел сказать, что не настолько соскучился по Инозуми, чтобы играть и дополнительные таймы. Чтобы играть второй тайм. Это как будто это... Не, я сыграю первый тайм, все, хватит с меня. Я не настолько соскучился, чтобы еще матч доигрывать. Вообще, когда в жизни это я доигрывал хотя бы один матч? Ну, скажите мне, когда это было? Что, каждый раз? Ну, это, видимо, по пьяни доигрывал. Ну ты посмотри. Впервые его дриблинг сработал. Хоть против кого-либо. А все равно? Нет, восполнитель теперь что ему и не нужен. В том-то и дело. Ах. Тенма выкрутился из-за того, что кнопки не нажал правильно. И у Това закончилась энергия. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ребята. И нам опять по барабану сколько еще у кого-то там ТП сейчас. Ну посмотрим, посмотрим. В обиду девочек не дадим.
Здесь, по-моему, еще один исполнитель остался у моей команды. Но так-то ОБТ должно быть мало, так что я все равно включу. Фэй, вот замечательная возможность израсходовать твой фальшивый Миксимакс, это сделать цепь ударов с Инабой. Странно, что не доспехи, да? Обычно на фальшивой Миксимаксе конец именно таков. Инаба, ты наконец-то сделаешь то, ради чего тебя туда вообще ставили. В этот раз, надеюсь, ты сделаешь это правильно, красиво. И только в доп-таймах мы, возможно, истощим Энда. Возможно. Я еще этого не гарантирую. Нет. Так, я уже забыл, кому я хотел пополнить ТП, так что всех просмотрим тут. Неважно, ты пьяный тюлень, бешеная олень, всех просмотрим. А, бета, я вспомнил. Кто у нас тут пьяный тюлень, да? Беттерный олень. Тога. Нет, она не олень. Так, пойдет сюда вместо фуки. Фран надо поближе ставить теперь. От нее в какой-то века пользы появилась. Ну, это в своем репертуаре, конечно, будет. Теперь я думаю, зачем у меня Фэй в защите. Надо было бы Кинака туда поставить, поменяем их местами. Потому что Миксимакс уже давным-давно срок вышел, да? Гамма, не трясись, как алкаш, пожалуйста. Так, сейчас им надо вниз, потому что там, возможно, Кирина будет с энергией. А я наверх попёрся. Так, вот, не сильно ускоряем Фран. Только в опасных столкновениях, чтобы она не участвовала. Нет, у Кирина не было энергии, но все-таки. О, остановил. Все-таки Тов помог. Да. Так, на альфа восполнитель все-таки мы не потратим, как я и говорил. Да. О, неплохой отбор. Естественный. Естественно. Ну там и не дурак, на Кинака не будет бежать. А здесь не важно, дурак ты или нет, тут ой, Тен. Против Тен мы тоф. Не дал в этот раз еще одной девчонке засадить копье по самой неболой. Ну так, на Тенме пускай тренируется, как бы пошло это не звучало. Так, ну, Шоурин вне игры, поэтому Альфа знает, что делать в этом случае. Главное, чтобы итога была в таком же состоянии. Долго, как всегда, в сторону Энда поглядывает, неважно какого он возраста. Ну, я же не зря ставлю, что видео не для детей.
Игра детская, а видео не для детей. В чем логика? Не понимаю. А, два восполнителя. Вообще заживем. Ой, боюсь, как мы заживем. Ну, один восполнитель еще остался тут. Агама, молодец. Правильно, нафиг нам миникарту юзать. А та я молодец, все равно. Это все равно будет битва, потому что слишком близко подошел. Я не успел на Кирина переключиться в нужный момент. Вот и что вышло, то вышло из этого. А вот так уж все, нет энергии, да? Нету. Есть только один обиженный Фубуки, которого преследует собственный протеже. Больше бить нечем все равно. Посмотрим на легендарного волка, который укусил Кирина за бочок, судя по всему. За легендарный бочок. А нефиг было лететь, как пьяный тюлень. Так, первый мини-тайм почти окончен. Ну, опять портит нам все веселье от чудо-чейнов. Тут ничего не поделать. Ну и мы ему испортим веселье. Классно испортил. Тоф. Ай, Тоф далеко. Не слышит меня. Блин, а Франта надо уже это выкидывать. Не, не успеет ударить аватаром. Так, ну опять же я у всех посмотрю, сколько там ТП. Все как всегда, офигенно. Так, кто вместо Фран пойдет? Ну, Когора, видимо. Тенму ближе. Я тоже не вижу. Так, остальные вроде нормально там. Некоторые вообще не используются. Ну так, чисто для галочки стоят. Чтобы было потом кого обозвать. И если будет этим тунеядцем. Вот. Нет, Гамма, не в этот раз. Все, обломились. Теперь Кинака не дают поработать. Теперь Тая нас покидает. Ну и все, последняя замена. Там, по-моему, Шишида остался только. А, нет, Цунами еще есть, но Цунами последний, потому что у него нет защитных техник. А, кстати, вот последний восполнитель здесь на Сугиморе все-таки уйдет. Как ни крути, но пускай он его получит.
А если будет ничья, это мне придется переигрывать. Да. Ну, цунами просто против цукимори. Такой себе подарок. Ну да, пускай так стоит. Там шашида стоит. Все, наконец-то все восполнители израсходованы. Только в дуб тайма. С одним вратарем-то. А да, это все как всегда по кайфу. Не сомневаюсь. Впервые кто-то осмеялся помешать хакеру, надо же. Битва двух кэпов. Опять не на кого пасовать, ё-моё. Ну там еще толго уже готово. К труду в пруду. Ну не знаю, поможет ли она тому, кого разок поцеловала в детстве. Есть красная шапочка, толго у нас голубая шапочка. И думайте, как хотите. Ну, синяя шапочка, да, синяя, не голубая. Нет, разлетелись в разные стороны. Причина развода. Гамма забил гол. Все, ничего не знаю. Так, на Тенму есть управа теперь. Да что там, даже две. Ха-ха-ха. А все-таки будет аватар. Ну, правда, для дриппинга. Повыпендриваться. Показать Фею. Что будет, если он опять к Сару захочет? Несмотря на то, что Сару в моей команде находится в резерве. Как всегда, он чисто наблюдатель. Наблюдает со стороны за всем этим безобразием. Блин, из-за того, что там какой-то очень умный защитник, по-моему, это Кирина, помешал Инабе, теперь Инаба не может помешать за нарку. Ну, почти. Ну, почти не считается, да? Почти не смог. Тоф и Цуруги так смотрят, как будто... Что? А, ну да-да. Нет, все забыли про Тофу и Цуруги. У нас есть Альфа еще. Я вижу, что Шоурин с энергией, поэтому... Да, он это тоже видит, что он с энергией. Блин. Окружили негодяи. Имперская братва налетает, как всегда. Еще думаете умные? Итов вам позволит без техник гол забить? Ну, в целом, вы, возможно, правы, да. Тоф, ну зачем? Зачем ты так далеко отошел? Я понимаю, что у тебя в голове рев динозавра, как всегда, тобой манипулирует. Блин, их. Ну, Аста, ну Хакуру, это за шо? Сейчас Фей будет мстить за Хакуру. Нет, не будет, он вообще далеко. А чё я от Когара убегаю? Он с ним в одной команде, между прочим. Теперь Тов не готов. Ой, чуть не выбежал за пределы. Чуть беспредел за пределами не устроил. Чё, неужели? Ну, тут
скорее всего, либо мое поражение, либо ничья. Мне кажется, что другой результат я что-то не набью никак. Не, если будет ничья, я не буду переигрывать. Ну, просто такой результат и все. Ё-моё. Шишида, у тебя шило в одном месте после матча против Devil Evil, когда ты был за Раймон. Оно все еще не прошло, я смотрю. Так, ну пьяного тюленя закрывает офигенный капитан. Капитан тюленей наших. Почему? Хотя нет, это неправильный вопрос. Не буду его задавать. Давай прям падай Энда в объятия, да. Ты же потерпевшая. Пусть этот божественный дьявол поносит тебя на руках. О, пьяный тюлень, вперед. Нет. Нет. Смотрите, смотрите, он всех прошел. Прорвался, прорвался. Блин, главное, чтобы Шоурин еще не достал. Давай, пьяный тюлень, покажи нам Снегурочку. О, офигеть, и Шоурин не достал. И стащили Энда. Ну вот, по пьяни все можно. Даже гол забить. Ну реально, у него глаза как у алкаша поехавшие. Синие такие, счастливые. Нетипичный алкаш в твоей общаге. Так, сурги без настроения, это я вижу. К сожалению, у него есть еще время настроение себе поднять. Как и всем нам. О! Блин, увидел Кирин. Зашибись. Кстати, у нас и Набайт тут как раз. Не заметила, что у него энергия. Заметил, хопа, сразу переключился и забрал мяч. Все честно. Так, Когура отошел, а я все еще здесь. Я все еще не отошедший. Блин, вот сейчас реально, вот либо поражение, либо ничья. Другого не дано. Все уже, все эти замены, восполнения. Конечно, самая обидка будет у Цунами. Он вообще не понимает, что он забыл в команде противника. Но с другой стороны, может, он просто тут ловит волны, мы все-таки на пляжном стадионе там играем. Пошел пожрать окономияки или что они там все время готовят. Этот муж той бабы, от которой он все время сбегает, чтобы эти матчи прокомментировать. Так, ну чё, я думаю, будет ничья, если Энда сейчас... У Энда не будет молнии в штанах. 11 молний в штанах, да. Не будет, если тогда это... Ну, больше же никто не помешает. Сами посудите. Кому еще есть дело до Энда? Вообще есть шанс, что он остановит, но небольшой, как его рука Бога. Ну что, но еще один гол могут успеть забить. Но если я проиграю, тогда...
Почему за нарко не дают, а часто повыпендриваться, да? Ну ладно, финальный удар этого матча. Досадно будет, если Тенма забьет. В конце такой слабее по элементам и такой чхал я на свои элементы. Я забью. Я капитан, я забиваю в конце матча, мне можно. Нет, нельзя, прикинь. Альфарий, где наш Альфарий? Альфа-самец, ты черт возьми, нет, 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 только не Аста. Нет, он, ему даже третьего уровня, мне кажется, достаточно будет. Но нет, конечно же, он не ударит. Это ничья. Даже Аста такой разводит руками. А чё? А почему так? А почему я не ударил? Судья, ты что, обкуренный? А чё мне не дали ударить? Он единственный, кто руками здесь разводит. Цуруги штаны вон там на заднем плане поправляет. Фэй вообще в сторонке такой думает, это после Миксмакса своего. Это мне можно было вообще доспехи использовать? Нет? Я тут... Насколько полезен был. Ну ладно, ничья так ничья. Короче, ну вы видели состав противника? Если нет, я там могу скинуть, кто захочет. Типа можете скинуть свой состав, и я вашим составом сыграю матч в ВОУ. Я напоминаю, что повторять можно игроков, которых я брал, или... Ну там свой состав, главное, чтобы не повторялись игроки с командой противника. Вот ни один не должен повторяться. Если будет ничья, то следующий человек попробует. И так пока не победим. Такой конкурс, так сказать, проводим. Любительский по командам. Ладно, все, всем спасибо, всем пока.